уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео хотелось бы поделиться с вами по изготовлению вот такой этикетки прозрачной на ваш дистиллят. Сегодня готовил настоечку имбирную по рецепту азбуки Винокура. Видео выйдет намного позже. Ну и подготовил вот эту бутылку. Для приготовления данной этикетки понадобится скотч, прямые руки, лазерный принтер и уголок для бумаг. Если вам понравилось данное видео по наклейке, по их изготовлению, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, не пропустите рецепт данной настойки. Будет еще много всего интересного. Всем большое спасибо, до свидания.